Добрый день, друзья! С вами Вера Черных, город Санкт-Петербург. Итак, мы начинаем сегодня школу новичка. Цель этой школы, чтобы дать вам алгоритмы действий, то есть это чисто для новичков, те, которые только начинают, и также для партнеров, у которых приходят новички, да? То есть какая-то определенная должна быть система работы. Всегда вот во всем, везде должен быть расклад. Поэтому, значит, сразу говорю, отвечаю на запрос Евгения Попова. Кто я такая? Кто я такая? Значит, я в прошлом следователь по особо важным делам, подполковник юстиции, работала начальником отдела, замначальник следственного управления и так далее. То есть занималась вот такими делами экономической направленности, коррупции, мошенничества и так далее. И, знаете, у меня в то время, когда я работала, сложилось такое впечатление, что вокруг все одни мошенники, воры и так далее, и так далее. Вот в какой среде обитаешь, какому это, что тебя, какой социум окружает, такое впечатление у тебя складывается от тех, какие люди. И вот сейчас, да, мне кажется, что вокруг все классные, все такие горят, все хотят к нам в компанию и так далее, и так далее. Вот видите, как меняется представлений в зависимости от того, кто человека окружает. Вот. Поэтому я считаю, что те, которые сегодня пришли сюда, именно горят, желают работать, и я постараюсь сегодня вам помочь. Цель нашей школы – дать вам общее представление, чтобы сориентировать вас, как из чего начать изучать о компании, потому что информация, конечно, очень большая для непривычного человека, который не привык к такому потоку информации, а у нас люди разные, да, абсолютно, даже есть те, которым трудно зарегистрировать электронную почту, и таких тоже много, однако все как-то здесь, в общем-то, уживаются, находят, учатся и так далее, то есть все, в общем-то, это здорово. Вот, поэтому самое главное что? Самое главное не то, что понять все сходу, а самое главное вам знать, что, где и когда можно посмотреть, у кого можно спросить, если не отвечает ваш наставник и так далее. То есть вам сейчас нужна такая вот реальная предметная помощь вам, вашим новым партнерам и так далее. И в первую очередь, конечно же, это информация для тех, кто видит себя в бизнесе, в нашем бизнесе, кто активный, решительно настроен и кто готов быстро выходить на хорошие доходы. И, конечно же, в заключение я люблю делать, ну, все, в общем-то, раскладывать по полочкам. Если кто смотрит мои вебинары, а таких много, кстати, это здорово, мне очень нравится. К сожалению, я не всем, может быть, вы знаете, напрямую помогаю, потому что, ну, действительно, вот сегодня вышла партнер одна, и просит меня, посмотрите мою структуру, как мне вот расставлять влево и вправо. Ну, ребята, извините, у вас же есть спонсоры. Но мне работы вот хватает, кроме того, чтобы смотреть вашу структуру. Если бы вы попросили просто там, ну, какой-то такой конкретный вопрос, там, именно информационный, да, то это другой один вопрос, там, допустим, как выйти там, найти, что у нас там, авторекрутинг, допустим, как найти этот чат, или как выйти там на чат вот, наш информационный, где расписание и так далее, да, это одно дело. Но вот такие вещи, конечно, ну, просто ну, недопустимы, я считаю. То есть вы должны быть тоже активны, это же вы не должны сидеть и ждать, когда ваш наставник позаботится о том, чтобы вам позвонить и спросить. Наставник может и позаботиться, а может и нет. Но ведь это его бизнес, и это ваш бизнес, понимаете? То есть вы должны... Человек сам готов быть, вот, готов к таким активным действиям. Посмотрите, вот предприниматель традиционного бизнеса, он же не сидит и не ждет целыми днями, кто ему позвонит и кто ему поможет. И здесь то же самое. То есть, когда мы разбираемся в нашем бизнесе, в бизнесе краудван, мы видим, что сетевой маркетинг здесь, в принципе, это только часть этого, всей системы, да. То есть маркетинг сам по себе, маркетинг, он применяется только для построения общества. А вот вывод уже сторонних организаций, сторонних бизнес-партнеров на нашу платформу, продвижение этих продуктов и так далее, это уже традиционный больше бизнес. Онлайн-бизнес, да, но он больше традиционный. Вот таким образом. То есть и здесь себя надо, конечно же, видеть не только как потребитель информации там, и так далее, а нужно, в общем-то, быть вот именно в тонусе таким, как вот бизнес, значит бизнес. Вот я считаю так.
В нашей команде, наша команда называется Revolution Time, Air Team. В нашей команде вообще информационное обучение поставлено на очень высоком уровне. По моему мнению, каждый день проходят презентации, обучающие вебинары, мотивационные мероприятия и так далее, и так далее. То есть, кроме того, сама компания Краудван ежемесячно проводит грандиознейшие онлайн-мероприятия, так называемые ивенты, на которых вы узнаете все новости, руководство знакомится с людьми, выходит, дает интервью и так далее, и так далее. То есть, во-первых, это ну, шикарнейшее мероприятие, очень красиво, достойно, богато. Выступают артисты не просто там из-за какой-то там, знаете, вот там секретарша умеет петь, вот давай спой, а именно приглашают людей, которые певица вот выступала, которая победила на Евровидении, допустим, ведущие, которые ведут шоумен там программу, они ну типа наших ведущих, ну как типа Аверина, Малахова и так далее, то есть вот таких людей, понимаете, то есть это дорого и очень достойно. И поэтому сразу видно, что в компании деньги есть. Компания очень богатая, очень такая, в общем-то, успешная. Ближайшее мероприятие наше состоится 14 ноября. Это уже совсем через неделю. И это будет грандиознейшее мероприятие, которое с нетерпением ждут все. Может быть, кто-то с нетерпением, но может кто-то, наоборот, оттянуть бы, да, чтобы успеть сделать апгрейд, чтобы заработать на этом. Успеть сделать, в общем-то, такой классный шаг, там, за небольшую сумму приобрести себе пакет краудреворсов, это, конечно, дорогого стоит. Вот. И сегодня, значит, вот я вам хочу как раз вот показать. Смотрите, наша команда, команда Артим. Первое, что, где вы можете подчеркнуть информацию. Первое, это у нас телеграм-канал Артим. Вот такой канал. Значит, вы можете самостоятельно к нему присоединиться. Здесь у нас расписание всех наших вебинаров, которые проходят ежедневно. Там презентация, обучающие, там различные вебинары. Я чуть позже расскажу об этом. И еще один канал, это у нас YouTube-канал. Вот он так выглядит. На него тоже нужно подписаться, конечно. Здесь нет никаких ссылок, никаких, значит, таких вот, которые уведут ваших людей непонятно под кого, ничего опасаться здесь не нужно. Вот, но здесь чисто информационное, то, что вот мы читаем вебинары, мы же вас не приглашаем в свои структуры, да, поэтому и на канале, естественно, на нашем командном канале такого не допускается. Вот, и, конечно же, в самом начале вам нужно посещать как можно больше различных вот презентаций, ну, вот именно эти вебинары, различные, прям для того, чтобы определиться со спикерами, то, что вам больше всего понравится, как сказать, ну, ляжет на душу, как я говорю, в общем-то, то, что будет понятнее, по вашему мнению, вашим партнерам, которые приходят по вашему приглашению, ну, то есть вашей целевой аудитории. Вот. И основные вопросы, конечно же, которые нужно в первую очередь разобрать, я считаю, это нужно, конечно же, разобраться с вашим личным кабинетом. В этом вам поможет вебинары Людмилы Губаревой, которые проходят по четвергам в 18:00 московского времени. Конечно, могут быть какие-то корректировки, это ничего страшного, но, в общем-то, мы все, это чисто человеческий фактор, может быть, человеку что-то куда-то съездить, это же тоже... мы все работаем, у нас у всех структуры, и это тоже требует времени и затрат. Вот, следующее, что нужно поднять, это, конечно же, маркетинг-план. По маркетинг-плану вам даст, ну, во всем, прям вот во всех тонкостях, на любые вопросы отвечает Нуриев Фединов в воскресенье в 18:00 московского времени. Очень сильный лидер, умнейшая женщина, я ее очень уважаю, люблю. Нурюша, она вообще ответит на любой вопрос. Она всегда на, знаешь, на информационном пике. Она самая первая узнает, человек мира, живет в Европе, родом, по-моему, из Казахстана, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, не знаю. Значит, ну, она вот, у нее по всему миру структуры, и она, конечно же, самая, вот одна из самых первых узнает новейшую информацию, держит, в общем-то, всех в курсе. Поэтому она в курсе всех вопросов, на любой может ответить. Дальше я, значит, это школа новичка, которую провожу я по пятницам вот в это время, в 15:00 московского времени,
Вера Черных. Дальше я рекомендую разобраться с криптовалютой. Это Ильгиз Давлетов. Иногда он проводит, иногда не проводит. Но, в общем-то, у него есть серия вебинаров, очень полезных, очень. Я вот прямо вот сейчас именно по апгрейду я шла, у него есть короткий такой вебинар, как через Новопага, значит, проплатить, сделать апгрейд. 7 минут, ой, вебинар, говорю, ролик. 7 минут идет ролик, и прям вот делай раз, делай два, делай три. Так как мы, люди системы, мы привыкли работать именно так, и поэтому это мне очень нравится и понятно. Ну и, конечно же, презентация лидеров. Лидеров, спикеры у нас самые разные. Нужно со всеми познакомиться, всех узнать, в общем-то, постараться и, в общем-то, выбрать, конечно же, ну, невозможно все вебинары, я понимаю, невозможно все посещать, да это со временем не совсем и нужно, но должны, конечно же, знать, что у нас, как вот, кто проводит, что, как, какую информацию, потому что все дают информацию по-разному. У нас авторские вебинары, и это здорово, это классно. Нет никаких таких, знаете, шаблонных, вот один выверенный, там, вот такой вот только так и больше никак. Значит, Ольга Смирнова, это наш лидер, лидер нашей команды, Борис Бадаев, классный спикер, он у нас вообще человек очень организованный, системный, любит порядок, значит, именно он занимается тем, что вот ведет учет и расписание вот наших, расставления наших вебинаров. Евгений Стихин, тоже классные вебинары. Вообще вот у нас мужчины, молодцы они, конечно, они такие, мужчины чем отличаются? Логики, выводы, то есть им все нужно в системе, да, все нужно так, чтобы было понятно и четко, и доказуемо, самое главное. То есть не просто ты эмоции, как у нас женщины, они же эмоциональные, да, они все любят, ох-ох-о, там классно-классно, а ты докажи, что это классно и что это так здорово. И вот как раз Евгений Стихин, Владимир Фролов, они такие люди, Ильгиз Давлетов, вот Борис, они именно вот так ведут свои вебинары, что не просто хорошо, а и доказательно хорошо, вот так скажем. Вот, что я вам хотела сказать. Теперь, у вас должны быть установлены абсолютно все мессенджеры. Обязательно. Это нужно обязательно сделать. То есть WhatsApp, Viber, Skype, Zoom, Telegram и на телефоне, и на компьютере. То есть включите синхронизацию. Обязательно это нужно для того, чтобы было удобно. На WhatsApp особенно. Ну, вот как мне так удобнее. WhatsApp либо Telegram. Значит, это самые такие распространенные мессенджеры. Значит, то, что почему телефон и компьютер? Потому что на компьютере лучше всего проводить различные финансовые операции, регистрации и так далее, и так далее. Потому, ну, чтобы не ошибиться, чтобы хорошо было видно. И для этого, когда ссылка идет, там, в общем-то, информация, конечно же, ее нужно брать вот, лучше всего, чтобы был на компьютере, а не просто переписывать вот так, да, вот из-за этого. То есть вы должны быть во всеоружии. Входить, во-первых, нужно войти во все чаты, первоначально во все чаты входите, какие можно. Потом разберетесь. Значит, можно выйти, если там дублируются какие-то чаты, ничего страшного. Но нужно, чтобы как можно больше информационно вы владели. То есть там что-то услышали, тут что-то услышали и так далее. Такая информация, знаете, она вот, ну, постоянно эта компания, я вообще вот просто, мне очень нравится то, что она постоянно держит в тонусе, постоянно, здесь что-то постоянно происходит, нет такой рутины, вот как в обычных компаниях, я 15 лет уже в этом бизнесе, и вот я знаю, как оно вот все затягивает, вот не охота ничего делать уже, здесь нет такого, здесь постоянно что-то происходит, постоянно, практически каждый день. Что-то с чем-то там, там придумали, там такие маркетинговые ходы, то какие-то промоушены, какие-то акции, что-то там, какие-то интервью классные там и так далее, и так далее. То есть это живая, классная компания, которая держит энергетически очень сильно, очень. Вы, наверное, прочувствовали все очень сильную энергетику вообще компании. Потому что, знаете, это энергия не то, что компания, это энергия денег. Здесь очень много денег. Эти деньги, конечно же, нужно забрать, если вы хотите стать богатым. А как забрать, в этом нужно разбираться, что самое главное. Конечно же, информации очень много, для многих это все новое, но вам нужно быть активным, настойчивым, и у вас обязательно, обязательно все получится. Такого не может быть, чтобы у вас не получилось. Из презентации вы уже знаете,
что, то есть, ну, я не буду здесь, да, так, папки и так далее, то есть соцсети в порядок, список, в общем-то, ну, просто это уж само собой. Теперь из презентации вы уже знаете, что у нас два сайта, ICT и сайт crowdfund.com. Сайт ICT — это официальный сайт компании, здесь все, вся юридическая документация, руководство, там, регистрационные документы и так далее. Компания ICT зарегистрирована в Испании, в Мадриде, в еврозоне. А Crowdfund — это партнерская программа компании ICT, то есть это бренд Crowdfund. Сайт Crowdfund — это партнерский сайт. Изучите оба эти сайта, пройдите по всем абсолютно разделам. Если вы внимательно все изучите, то вы найдете ответы на все основные ваши вопросы. Может быть, конечно, какие-то нюансы не понятны, но здесь, в принципе, на все есть ответы. Сделано это для того, чтобы вот эти два сайта, чтобы нашу компанию вывести уже к концу 2021 года на IPO и затем уже на фондовую биржу. То есть те доли краудреворсы, которые мы сейчас получаем и которые нам дарят, буквально дарят компании, это можно будет уже буквально через год обменять на акции, которые котируются на международной фондовой бирже. Представляете перспективу? То есть это просто ухватить удачу за хвост. Это, я не знаю больше, как это сравнивать с чем. Птицу, жар птицу за хвост поймали. То есть это такой шанс, он очень редко выпадает. Поэтому сюда вот кто распознает, кто понимает, это, конечно же, людей сюда очень много привлекает. Много людей этого не видят пока, но со временем, конечно же, у меня сомнений вообще нет, абсолютно никаких, что компания вот очень большие, самые основные деньги, вот сейчас много денег, да, но основные деньги это еще только впереди. То есть мы, как вот вроде уже 2 года там, ну почти 2 года, нет еще, конечно, да, но все равно еще мы еще на периоде стартапа. Просто слишком большая организация, слишком много народу, уже практически 18 миллионов. И все это организовать, все это задействовать, все это обработать и так далее, это, конечно же, требует, ну, колоссальных сил и средств. Колоссальных просто. И все это делает руководство. Там порядка там несколько этажей программистов, которые работают над этим. Представляете? То есть это вот таким образом. Самое главное, конечно же, понимать саму идею краудфандинга. Значит, создается маркетинговое сообщество потребителей, клиентов, менеджеров там. И затем уже на это сообщество, на это выводятся различные бизнес-проекты сторонние. Это уже существующий бизнес, это не какие-то только вновь создавшиеся там, организовали, там, зарегистрировали, и давайте будем раскручивать. Нет, это существующий бизнес со своими продуктами, со своими услугами, предложениями, программами и так далее, которые просто хотят еще больше раскрутиться. И вот им эта схема, она очень нравится. Они заходят на компанию, вместо того, чтобы в рекламу вкладываться и получать как результат там, через год, через два, там, пройдешь, не пройдешь дальше, да, раскрутишься, не раскрутишься, они выходят на наше общество, 18 миллионов человек уже ждут эти компании, уже ждут эти проекты. Представляете, если бы у вас был бизнес, и вам предложили, вот давай идем, ты ничего еще не платишь, ты просто выходишь и рекламируешь свой продукт, и рассказываешь то, что, ну, представляешь, а люди уже ждут этот продукт. И все, продукты или услуги пошли, люди начали пользоваться, бизнес начинает получать прибыль, и этой прибылью уже по факту кэшбэком 50 на 50 он делится с краудван. И самое главное то, что краудван не забирает себе всю эту прибыль, как это делает Google, Facebook, ВКонтакте и так далее, и так далее. Они создавали эти соцсети, эти общества для того, чтобы там наживаться. И это общество совершенно другое, и цель у него другая. Цель вот именно дать помощь людям самым простым, самым обыкновенным. Никто не может понять, почему пошли в Африку, почему пошли в Индию, в Россию, потому что здесь очень много бедных людей. Именно здесь могут люди услышать и увидеть то, что им предлагают, и стать богатыми, вырваться из этой нищеты, понимаете? И это многим не нравится, потому что мы наступаем им на хвост. По сути, рынок переориентируется в нашу сторону. Часть, пусть не весь, конечно, я ничего не говорю, но часть мы забираем на себя. Ведь деньги это, ну, они не могут браться ниоткуда.
Деньги – это энергия, они где-то были, теперь они, если они пошли к нам, значит, они откуда-то начали уходить. И это очень многим не нравится. Поэтому у нас много так противников нашего развития, что мы так быстро развиваемся. Вот. Партнерам выгодно выходить, финансово выгодно находиться в этом обществе. Можно на этом даже уже зарабатывать. И не ждать там, когда мы в будущем будем, да? В будущем, да, деньги пойдут от прибыли, так как мы все, компания нам дарит доли этой прибыли. Но уже сейчас, если вам нужны деньги, а в основном людям сюда приходят все, которым нужны деньги еще вчера. Пожалуйста, приглашайте таких, как и вы, и зарабатывайте на это. Все возможности для этого абсолютно есть. Так, и теперь мы давайте я вам покажу, значит, сейчас я переключусь немножко в другой режим. И покажу, значит, этот. Кабинет. Так. Ну вот, хотела, я же хотела. И пройдемся по кабинету, прям буквально несколько слов, потому что Людмила Губарева очень хорошо разбирает этот кабинет, буквально по каждым полочкам, по каждым разделам. И, в общем-то, эти вебинары, они на постоянной основе проходят, и, в общем-то, тут просто разбирайтесь потихоньку, все, все. Не старайтесь охватить необъятное, вот что самое главное, не старайтесь понять, ну, как сказать, вот, прям все сразу, это невозможно. Самое главное суть, вот то, что я вам сказала, вот в этом самое главное понять. И затем уже будете и разберетесь. И вот когда деньги пойдут, знаете, как все понятно. Абсолютно. Откуда, что, где, что начисляют, где больше, где меньше, как нужно поставить людей. Это вот пока еще не получал. Вот у них вопросы, а как ставить? Вот когда люди уже сами присоединяются, когда они потоком идут, тогда уже, в общем-то, и вопросы такие не возникают. Они сами выстраиваются, и ты только регулируешь. Вправо-влево, вправо-влево. Вот. Здесь что самое главное на первоначальном этапе? Где взять ссылку, да? Вот поэтому я вам показываю. Это главная страница. Ссылку вы можете взять вот здесь. А, ну то, что меню. Вот это верхнее меню, это общее меню для всех. Это новости, информация, там презентации по бизнесу. Везде-везде посмотрите. Не бойтесь ничего нажимать. Здесь вы ничего испортить не можете. Значит, по мероприятиям, по бонусам, весь маркетинг по отдельным частям. Значит, ваша структура нижестоящая. И наша библиотека продуктов, наши партнеры, бизнес-партнеры. Вот это боковое меню, это все касается только то, что лично вас. То есть настройки вашего кабинета, документация, там QR-код для регистрации, верификация и так далее, и так далее. Доходы и выплаты, QR-коды, в общем-то, все вот это. Теперь, где взять ссылку? Ссылка вот она, правый верхний угол. Вот, ой, фу, извините. Вот, invite. Значит, вот он, вот эта кнопочка, нажимаете сюда, и вот она ссылка. Вот, просто нажимаете, и она уже скопировалась. Но прежде чем нажать на эту ссылку, передать ее человеку, чтобы он зарегистрировался и регистрировать самому, вам нужно понять, а куда же встанет этот человек. Потому что когда вы передаете эту ссылку, здесь непонятно, влево или вправо. А здесь нужно это, именно на этом строятся деньги. Зависит от этого. А вот по маркетингу, когда разбирают, там же рассказывают о том, как зависит от того, влево или вправо выстраивается структура. Поэтому важно это регулировать. Значит, перед тем, как брать ссылку, давать или самому регистрировать, нужно пройти вот сюда, верхний угол настройки, и вот сюда, самая верхняя графа. И вот здесь, как раз видите, лево, право или под конкретного человека. Ну, в данном случае чаще всего лево или право. И затем выбираете, куда вы ставите, и нажимаете «Save». Если вы «Save» сохранить не нажмете, у вас просто останется то положение, которое было. Вот и все. И затем уже
переходите на главную страницу. С любой страницы, где бы вы ни находились, у вас всегда CrowdOne, вот это слово, всегда в левом верхнем углу. Для того, чтобы вернуться на главную страницу, вам достаточно нажать просто на CrowdOne, и вы сразу же на главной странице. Теперь вот поставили, и опять возвращаетесь уже вот сюда на ссылку, берете, и теперь вы уже точно знаете, куда встанет человек. Дальше. Значит, самому зарегистрировать партнера, вы это, скопировали ссылку, открываете новое окно, вставляете эту ссылку, все, и начали, значит, регистрировать. Вот здесь обязательно проверяйте, спонсор должен быть тот, под которого вы человека, то есть это его ник, его логин, под которого вы регистрируете, обязательно. И здесь заполняйте латинскими буквами. Абсолютно понятная регистрационная форма, ничего здесь сложного нет. Это латинскими буквами заполняете все. Значит, e-mail указываете, один раз можно вставить, там просто вставить, а второй раз только вручную. Вот здесь только вручную, просто повторяйте еще раз. И два раза повторяйте пароль. Все. Ставите галочки. Перед тем, как ставить галочки, обязательно откройте документацию. Вот, и посмотрите то, о чем вы подписываете. Вот то, что вы сейчас поставили галочки, вы заключаете офертный договор с компанией. Понимаете? И вам нужно знать, а что вы, с чем соглашаетесь, куда вы ставите галочки. После того, как поставили, нажимаете регистрацию. Все, регистрация прошла. Все легко и понятно. Дальше. Что еще, какой вопрос вызывает? Чаще всего. Так, это мы вышли. А, вот. Нет, наш. Так, где взять гиф-код, допустим, для регистрации? Да? Гиф-коды у нас тоже. Вот, давайте на главную страницу вернемся. А, так, правое меню, вот гиф-код раздел. Заходите сюда. Но у человека в это время, у которого вы берете гиф-код, должно быть на счету не менее 100 евро. То есть 1000 BP. Вот бизнес-поинтов. Значит, выбираете, какой гиф-код вот на 100, потому что гиф-коды у нас в настоящее время идет акция. Только на 100 можно брать гиф-коды, остальные все проплаты биткоином. А, значит, поэтому только на 100 делаем. Нажимаем сюда и нажимаем гиф-код. Вот и все. И, значит, если у человека здесь просто нет средств для списания. Если у человека есть, нажимаете вот сюда на кнопочку, все, средства списываются. Даете гифт, он появляется вот здесь вот. Здесь он появляется, этот код. Вы передаете или сами вставляете, все, человек активирован. Больше ничего делать не нужно. Вот таким образом. Так, выводится, значит, на вывод. Ну, на вывод, может быть, и рановато. Сначала нужно заработать. Но вывод тоже, в общем-то, дается и в кабинетах, и на маркетинге показывают. Например, так что с этим проблем вообще нет. В будущем компания выпустит обязательно корпоративные карты. Многие это ждут, многие на это надеются, и это будет. Компания над этим работает. В общем-то, все вопросы, которые возникают у компании, они все решаются. Они абсолютно... Здесь нету такого, вот что компания, что мне нравится, знаете, компания пообещала и не делает. Допустим, здесь такого вообще нет. Абсолютно. То есть могут быть какие-то корректировки. Могут быть, конечно же. То есть, например, значит, у нас было запланировано в первом, там, первой половине 2020 года запуск Epic Lotto. А сейчас будет запускаться только в декабре этого года, да? Но, смотрите, ведь это будет совершенно другой проект. Совершенно. Это будет такое, что к нам хлынут просто еще миллионы и миллионы новых партнеров. Потому что если первоначально планировалось запустить, ну, в общем-то, лотерею, но ну, она как своя программа там и так далее, то сейчас это просто платформа, на которую выводятся уже существующие там эти, такие вот программы лотереи вот, международные, которые очень известны и очень денежные. Там джекпоты такие, ну, миллиардные буквально, понимаете? А еще предлагается групповое участие в этом. То есть играют все, выигрывают все. Собираются люди, покупают лотерейные билеты, кто-то выиграл, джекпот миллиард. Он забирает 50%, остальные 50% разделяются между людьми. Другие выигрыши то же самое.
То есть, по сути, у нас не будет шансов без, остаться без выигрыша, представляете? То есть без выигрышной лотереи. Вы можете представить, сколько к нам пойдет после этого народа? Если в России, допустим, игры еще не всем понятны, в общем-то, как-то, ну, народ у нас здесь в основном такого старшего возраста, и мы не совсем понимаем, что это уж, поверьте мне, лотереи понимают все. Халяву у нас очень любят. И поэтому здесь хлынут, в общем-то, я даже не сомневаюсь, очень много народа. Вот. Дальше что нужно нам делать? Дальше нам нужно изучить, конечно же, маркетинг-план. Конечно же. И первых, с первых же дней не старайтесь прям вот, ну, все понять. Просто вот три основных бонуса. Бонус страха потери, бинарный бонус и, значит, мэтчинг-бонус. Вот и весь маркетинг. Изучите отдельно все эти бонусы, и все будет понятно. Но главное знать с самых первых дней, что вам нужно обязательно помнить о бонус страх потери, который действует с момента регистрации, не проплаты, а с момента регистрации 14 дней. И не упускайте, если вы только стартовали, 4 человека пригласили, вы вернули с лихвой свои деньги, да еще и заработали на этом. Еще бинар закрылся, вы в полтора раза больше заработали, чем вложили. Это же здорово. Зачем это упускать, лишние деньги? Это же ваше, то, что вы взяли из семьи, вы в это вложили, да? И затем вы обязательно нужно забирать каждую неделю свой стримлайн-бонус. Стримлайн-бонус – это как раз те доли прибыли в бизнесе, вот, которые нам компании дарят. То есть, значит, вот компания делится 50 на 50, да, прибыль, вот эти вот партнеры, бизнес-партнеры, 50 на 50. 80% из этой нашей половины доли отдаются партнерам. И 60-40% идет на пассивный доход. То есть мы получаем дивиденды раз в квартал. И в зависимости от того, какой у вас будет пакет краудреворсов, такие вы и будете получать дивиденды. Нужно стремиться к тому, чтобы этот пакет был больше, больше и больше. Вот сейчас стримлайн-бонус, он стоит 2 евро. А уже в недалеком будущем, может, полгода, там год, он будет десятки, сотни и даже тысячи евро. Представляете, если ему будет 2000 евро, и вы каждую неделю 5 реворсов или 10 реворсов просто выкидываете. Вот теперь представляете, сколько вы денег лишаете за это время. А таких людей у нас много. Зарегистрируйте, не забирают. Не забирают свои деньги, которые лежат у них, а потом плачут, что они бедные, несчастные. Вообще непонятно, да? Дальше мы идем. Вам нужно обязательно подготовиться к встрече, составить свою короткую презентацию. Возьмите любую презентацию, короткую презентацию, составьте обязательно свою. Вам нужно рассказывать не чужими словами, не моими, не Оксаны Смирновой, не Аллы Князевой. Вам нужно рассказывать презентацию своими словами, как вы говорите. Вы говорите там по-молодежному, на молодежном сленге, вот так и рассказывайте. Вы говорите на деловом, там, финансовом каким-то подтверждаете, вот так рассказывайте. То есть у вас свое, у каждого свое окружение. И, конечно же, вы не можете там, допустим, рассказывать так, как я человеку там, допустим, вот я рассказываю, когда я стараюсь вообще очень доступно людям это рассказывать. И все так: о, да, тебе хорошо, там ты во всем разбираешься. Так разбирайся. Вы думаете, мне что ли не пришлось разбираться? Я месяц разбиралась, когда сюда пришла, только разбиралась. И списала 96-листовую тетрадку полностью. Представляете, сколько я писала то, что, потому что я мне говорить и там слушать бесполезно, мне нужно писать. Я тогда запомню все. Вот. И так вы пользуетесь своими методами, как вы делаете, как вам удобно. Бизнес нужно вести комфортно. Если в нем некомфортно, он не пойдет никуда. Его нужно вести так, как вам нравится, как вам удобно, как вы считаете. Не надо там под принуждение что-то делать и так далее. Нравится, вот, не нравится приглашать там через соцсети, не приглашайте. Не нравится там холодные контакты, не звоните. Работайте по теплым или наоборот и так далее. Выстраивайте свою работу вот так, как вам нравится, как вы считаете правильно. Дальше. Значит, преимущество компании обязательно. А что там еще? Информация. А, ну, руководство. Да, вот еще что хотел. По руководству компании. Значит, там ничего, я все нормально, что это. Меня слышно, видно, потому что я же.
никаких сообщений, потому что я же тут изолирована, я сижу в Zoom, вы сидите в Ютубе. Я не вижу, пока в Ютуб не выйду, не вижу ваши комментарии. Так, вот руководство компании, особенно наш генеральный директор Йохан фон Гольштейн, да, это наш, знаете, какой козырь? Это человек, который общается на уровне премьер-министра Европы. Это человек, который человек бизнеса. Он никогда сетевым не занимался, никогда не был ни в каких там пирамидах, хайпах, вообще даже. Он в компаниях даже MLM не был. Это первая его MLM-компания, если это MLM. Я вообще сторонник того, что это не чистый MLM. Я еще раз говорю, что это MLM только для построения самой вот самого этого общества, но оно же не будет до бесконечности строиться, да? Да, на периоде запуска оно, конечно, нужно. У нас должно быть больше, больше, больше. Но это же не до бесконечности. Потом компания уже переориентирует нас. Мы будем, допустим, зарабатывать уже не на маркетинге, а на продвижении товаров, выбранного там какого-то направления определенного. Кто-то занимается туризмом, кто-то косметикой, кто-то там недвижимостью и так далее, и так далее. Все, что будет здесь продвигаться, пожалуйста, выбирайте свое направление. Но руководство компании вот Гольштейн, это прочитайте по нему, вот интервью посмотрите, как он говорит, как он о своем детстве рассказывает, его историю, там, Википедии почитайте, что он очень такой венчурный капиталист, что, сколько компаний он вывел, что он 3 компании вывел на фондовые биржи с миллиардными товарооборотами. Представляете, человек сколько уже в жизни сделал, и это далеко не бедный человек. Он пришел не из-за того, что здесь зарабатывать деньги. Понимаете, как мы пришли с вами. Он пришел для того, чтобы исполнить свою человеческую миссию. Он хочет помочь простым людям. Вот бывают такие люди. Это просто революционер своего рода. Они построили социализм в Швеции, и сейчас хотят построить социализм по всему миру с помощью нашей компании. Представляете? То есть мы идем в пределах, конечно, нашей компании, но мы к этому идем. Потому что все мы, кто-то активный, кто-то неактивный, кто-то сейчас зарабатывает, кто-то не зарабатывает, но в будущем, оставаясь в рамках этой компании, имея уже доли вот этой прибыли краудреворсов, вы уже богатые люди, понимаете? Вы уже имеете на будущее свое обеспечение, свою финансовую подушку. Это здорово, это нужно понять, это нужно вот об этом нужно рассказывать людям. Посмотрите, как сейчас вот нелегко вообще вот, какие там это бизнесы, какие, что сейчас, за что можно взяться. Это самое лучшее, что вообще можно придумать. Это счастье, что мы с вами здесь оказались. Вообще нам здорово. Значит, мы в жизни сделали что-то хорошее. Поэтому мы здесь с вами. Теперь обязательно пропишите преимущества компании. Здесь я, конечно, выписала преимущества. Это мы на своих планерках как-то с нашими партнерами провели мозговой штурм, выявили вот это все, записали. Но у вас тоже, опять же, должно быть все свое. Можете пользоваться, используйте, пожалуйста. И когда делаете, не просто перечисляете преимущества, когда будете рассказывать, давать презентацию, да? Не надо, это, конечно же, глупо. Но когда вы даете презентацию, обязательно перечисляйте преимущества. Потому что когда вы вот таким образом делаете презентацию, вы убираете сразу же много-много возражений разных. Вот на любое возражение пропишите преимущество, ответ. Вот возьмите лист, разделите его пополам, вертикальные эту строку, линии. И слева пишите, возражение, а справа вот то, что как можно ответить преимуществом компании, как можно ответить. И вот таким образом выстраиваете свою презентацию. Понимаете, вы сразу, вам даже вопросы, вот я когда рассказываю, мне возражений вообще практически не бывает. Я вот, чтобы услышал лохотрон, там, у меня вообще такого не было, ни разу даже, чтобы мне сказали лохотрон или пирамиду. Если кто-то начинает, просто он может говорить, то не, это не мое, но в данный момент точно. Мне вот, я вся вот в этом там, пожалуйста, это, конечно же, люди же мы все, мы же не можем все, как бы мы ни хотели, мы не можем всех сюда пригласить, вот. У каждого своя жизнь, свое место в этом мире, в общем-то. Вот. И теперь уже мы приближаемся к тому, чтобы нам определиться по алгоритму действия. Значит, это должны вы знать, это должны ваши новички. То есть вот действует именно вот то, что по этим разделам пройтись и вот так вот системно выстроить свою работу. То есть регистрацию в компании знать, оплаты,
пакетов, необразовательных уже пакетов предпринимателей присоединиться. То есть с чего начать, да, вот как я вам говорила, раз, два, три. Регистрация, оплата, присоединиться к чатам, присоединиться к чатам общим командным, посещать ежедневно вебинары нашей команды, подготовить свою материал, свою краткую презентацию, там маркетинг, отдельно все. Если сами не умеете, конечно, классно, когда ты умеешь делать сам ролики, это здорово. Ты высылаешь, ты свое высылаешь. Во-первых, ответить можно на каждое там то, что ты пишешь, да? Но если уж не получается, не умеете, тогда высылайте то, что есть, то, что найдете, то, что выберете. Вот. Я просто знаю, что на моих роликах очень много людей работает, точно. И я, понимаете, мне вот что-то некоторые говорят, что вот как ты так можешь, там вот тебе что не жалко твою работу, а как это жалко? Мне вообще не жалко, я даже вообще никогда не думаю об этом. Наоборот, мне хочется, чтобы вы работаете, ради бога, делайте. Наоборот, вы понимаете, вы мои ролики высылаете, вы мой бренд продвигаете. Вот сейчас спроси Вера Черных, кто это такая, и все знают. А кто я такая, это больше. Я такая же, как и вы, абсолютно такая же. Ничем даже не отличаюсь. Вот что значит это такое, как он называет, партизанский маркетинг, да? Так, теперь подготовьте скрипты предложения в бизнес вместе с наставником. Ну, скрипты, это, знаете, я не люблю скрипты, терпеть не могу, когда мне звонят и начинают там вот этим таким техническим каким-то голосом, заученными фразами вот этими, ой, меня прям аж воротит от всего. Я думаю, что не я одна такая. Говорите по-человечески просто. Вы же можете, вы же никогда не звоните там двоюродному брату, там вот это. Привет, а у тебя есть минута для разговора? Ты найди там, или как там, как тебе удобнее, завтра до обеда или после обеда? А хорошо, после обеда. А вот в какой период? С 15:00 до 16:00 или 16:00? Господи, ты спроси вообще, когда тебе удобно со мной поговорить-то. Да и все. Ну ты уж так в жизни-то не разговаривать. Зачем так люди вообще? Я вообще не понимаю этого. Просто разговаривать обычным человеческим языком. Это же такие же люди, как и вы, на той стороне телефона. Чего их бояться, что их стесняться, вообще не понимаю этого. Они точно такие, они, может, сидят и ждут, кто их пригласит, кто с ним. Ну, не ждут, ну и ладно, ну пошлют, ну и ладно. Они же вас ничего абсолютно. Они же не вас посылают, они просто отмахиваются как-то от этого предложения. Вот, поэтому принимайте, поставьте себя на позицию там торгового менеджера того самого, да? Или там официанта, там у официанта не заказали там кофе, он обиделся, ушел и уволился с работы. Так же не бывает. Вот и все. Так, теперь еще. Есть система авторекрутинга, спрашивайте у наставников. Да, система рабочая абсолютно, если она нужна, находите. Система сама называется ДНК. Значит, если не можете найти, выйдите на меня, я вас сориентирую, покажу, где что можно взять. Так, значит, и важные советы на заключение нашей школы. Значит, краудфандинг – это золотая жила. Именно краудфандинг генерирует ваш доход из множества источников. В вашем пакете краудреворс находится доля прибыли различных бизнес-партнеров. Сегодня одна доля стоит 2 евро, в будущем это десятки, сотни тысяч евро. Один краудреворс, помните об этом. Заходите в личный кабинет как можно чаще. Не забывайте еженедельно, значит, вот со среды до вторника. Во вторник не забрали, все, они пропали. Все, они не восстанавливаются. Хоть пишите в поддержку, хоть не пишите, все, вы упустили. Причем упустили свою выгоду. Стройте структуру, просто рассказывая обычным человеческим языком по возможности. Просто приглашайте людей, вот 4 человека пригласили, расскажите, как тоже пригласить 4, вот и все. А потом посчитайте, вот 4 по 4, посчитайте, как можно в самое короткое время выйти на 2-3 тысячи евро в месяц. Обязательно посещайте все онлайн-события, презентации, обучающие вебинары. Получайте свою информацию из первого источника. Старайтесь как можно, вот не просто там, значит, там у партнера, который, в общем-то, не только, тоже 3 дня назад пришел, а все-таки у тех людей, которые давно в этом бизнесе, в общем-то, которые лидеры и знают, владеют именно информацией. Войдите в чаты, во все мессенджеры, будьте в курсе всех новостей обязательно, изучайте все рекомендованные материалы, то, что вам наставник рекомендует.
И, конечно же, будьте постоянно на связи. Вот это я представить вообще не могу. Человек приходит, занимается бизнесом, и его вообще не найдешь. Или он постоянно недоступен, или у него постоянно плохая связь. Ну, плохая связь, понятно, может, где-то живет в таком месте. Но не отвечать на телефоны, не брать вызов, я вообще не понимаю. Это просто, ну, не можете разговаривать, возьмите, скажем, мне сейчас вообще нет. И все, и перезвоните потом. Вот на этом, в принципе, все. То, что я вам хотела сегодня рассказать. Если у вас есть какие-то вопросы, сейчас посмотрим. Я вам на все ваши вопросы отвечу. Не поздравили. Ой, не поздравили. Так. У меня много партнеров, почему так много? 50%? Бизнеса платит компании 50%. А, в смысле, Юля, 50 на 50, да? Много. Много? А вы знаете, сколько на рекламу уходит у бизнеса традиционно? До 80%. До 80% вложенных денег. Особенно онлайн. Вы посчитайте, как стоит раскрутиться в онлайне. Вы создали, вот я юрист, да? Я хочу оказывать услуги онлайн. Я создала свой сайт. Написала красивый сайт, сделала все, старалась, доказала, денег бухала туда. Значит, вот правильно, поздравлять начали за то. И это, разместила его в интернете, этот сайт. И что? Теперь наберите, пожалуйста, в гугле, значит, юрист там, в Санкт-Петербург юрист. И сколько вам ответов даст? Миллион. И, ну, я не знаю, там, ну, много, короче, может, миллион, конечно, лишнего я сказала. Но то, что десятки тысяч, это точно. И что? И где мой сайт? На самой последней странице, в самом последнем списке, понимаете? И чтобы меня его увидели, я должна платить деньги за это. А это очень дорого, поверьте мне. Это реклама в интернете по соотношению примерно по стоимости сегодня такая же примерно, как и телевидение. Если вы знаете, сколько стоит минута рекламы в телевидении, посмотрите в гугле, вы узнаете, сколько это стоит. Поэтому это очень не очень. И потом, смотрите, что еще самое классное. То, что здесь 50% они отдают уже по факту. Они эту прибыль уже получили. А там вы платите за рекламу и не знаете, получите вы эту прибыль или нет. И когда вы ее получите, а деньги уже отстегиваете. Потому что первые там год-два это точно минус-минус-минус. Когда традиционный бизнес выходит в плюсы? Кто работал предпринимателем? Скажите, пожалуйста. 4-5 лет это реальный срок, понимаете? Это когда ты выходишь на плюсы. А здесь они вышли, а feel go, зашли в ноябре, и они уже с апреля, там, с марта даже, уже начали миллионные товарообороты прибыли иметь. Да где это вообще было такое? Вы думаете, знаете, какая очередь, чтобы попасть сюда, на нашу платформу бизнес-проектов различных, которые хотят тоже развиваться и тоже продвигать свои продукты? Вот таким образом, я думаю, ответил на ваш вопрос, да? Так, Ольга Морозова. Никто не поздравил Ольгу. Ой, Оля, Оля, если бы вы были в нашей команде, мы бы вас точно поздравили. Поздравляем. Видите, нас как много, и мы все вас поздравляем. Мы желаем, чтобы ваш пакет принес вам только богатство. В будущем вы будете самый обеспеченный человек среди вашего окружения. Вам будут все завидовать. Вы не только себя, и всю семью вашу, и детей, и всех обеспечите то, что, в общем-то, финансовую безопасность, так скажем. Так, ну все, если больше у нас вопросов нет, замечательно, что мы в час уложились, даже чуть раньше. Всего вам доброго. Я желаю вам тоже приобрести пакет Titan Pro, рассмотрите это предложение, акцию или как промоушен, очень серьезно. Вы знаете, я никогда не была сторонником вот этих, чтобы людям выкручивать руки, уговаривать, там, ну, вообще терпеть не могу. Я не люблю, когда меня что-то там вот давит на меня. И не люблю, когда других, я никогда никого не уговариваю. Ну, не хочешь, не хочешь, ради бога. Но здесь вот этот промоушен, да, нужно сделать обязательно. Вот постарайтесь, прямо, знаете, вот подумайте, вот что можно продать, что можно где-то занять. Вот я считаю так. Потому что вы за 50 тысяч, да, если вы на белом пакете,
Вы за 50 тысяч берете себе долей в бизнесе, в существующем бизнесе на 700 тысяч примерно рублей. Представляете? И это будет только раз. Этого промоушена будет, не будет больше никогда. Он будет только раз. Эти деньги просто очень нужны сейчас компании, вот биткоины, для того, чтобы вложиться в миксер, чтобы миксер стартовал как можно быстрее со всеми этапами. Они же 3 этапа заходят, вот как можно быстрее, чтобы все это запустить. Потому что вот это уже поток снесет всех, всяких злопыхателей, которые против нас. Ну все, всем тогда пока-пока, всех обнимаю, всем всего самого-самого доброго. Заканчиваем.